разгоняем машину. Разгоняем. Тут сплошная. Разгоняй. Пошли. Вот так вот. Все, двигаемся 60. В правый ряд уходим. Молодец, выбираем место для остановки. Я ни разу не останавливалась. Как так? Вот так. Вот где учитесь? В автошколе или в компьютерном классе? Ну смотри, остановка разрешается на автобусе. Включай поворотник и сворачиваем сюда. Выравниваемся по отношению к бордюру. И смотри в зеркало бордюрку свою, видишь? Вот, но не забывай, что здесь бордюр так идет, что мы можем ударить ее. То бишь здесь будешь смотреть нормально, а здесь уже ударили. Мы останавливаемся, выключаем передачу. Поднимаем стояночный тормоз. Вот, все, поехали, молодец. Поехали. Пока вот у тебя есть возможность выехать, поехали. Левый поворотник, видишь, они стоят, кулят. Давай. Смелее, все, пошла. Вы понимаете, вы получите водительское удостоверение и вам уже тупить нельзя будет. Дети есть? Нет. Будут. Возить надо будет. В левый ряд уходим. Поворотник. Плавненько рулем, практически не двигая его. Вот. Молодец. Поворотник включаем. Давай-ка в правый ряд уйдем. Включила поворотник и ничего больше не делай. Пусть он уйдет. Смотрим еще раз в зеркало. До сплошной далеко. Пошли. Притормаживаем, он поворачивает, видишь? Опа, отпускаем тормоза. Поворотник-то выключите, мышь. Не елку наряди. Но как вы хотели учиться? Вы что, думали, придете и будем сидеть? Нет, что? Выбираем место для остановки. Как это сделать? Включай поворотник. В зеркало посмотри, никого нету. И вот так вот. Вот так вот. Все. Чтобы вот сплошную бордюр мы видим в зеркало, да? Угу. Все, поехали, левый поворотник, плавненько, все, давай.